Нарядить в праздник, как выясняется, можно не только елку. Новогодняя борода. Хипстеры из северной столицы перед праздниками украшают свое главное достоинство. Растительность на лице можно преобразить несколькими способами. Какими, расскажем прямо сейчас. Оленей мы из бороды сделать не сможем, разве что слегка ее приукрасить. Немножко переживаю. Я привык, что там иногда еда застревает, поэтому как-то лишний груз – это норма. Даже мандаринами как-то запахло. Где такая? Офигенно. Так, ну, в принципе, сейчас мы уже можем начать, я думаю. Сейчас сделаем сразу же форму елки. А потом ее нарядим. Как таковой елки на бороде, конечно же, не получится, потому что это все-таки борода. Будет образ. То есть именно, допустим, да, вот часть этой бороды, то есть они будут расходиться как ветки. Сейчас еще немного и приступим к украшению. Готово. Красота. Пойду дарить подарки и радость людям. Собственно, те подарки, которые из бороды, наверное. Да, что найдете, то и ваши.